В Симферополе курсанты Крымского филиала Краснодарского университета МВД России присягнули на верность родине. На торжественную церемонию пришли несколько сотен горожан. Уже почти 4 десятилетия Краснодарский университет МВД выпускает юристов и правоохранителей. Крымские филиалы в Симферополе и Евпатории открылись практически с нуля и в рекордные сроки за 3 месяца. Стояла острая необходимость подготовить квалифицированных специалистов для органов внутренних дел Крымского федерального округа. Уже идет образовательный процесс. Сформирован профессорско-преподавательский коллектив. Есть материальная база. По итогам проведенных в июле-августе вступительных испытаний на очную форму обучения было зачислено 79 человек. На заочную 105. Процесс формирования подразделения Министерства внутренних дел Крыма, она сейчас еще не закончена, поэтому нам нужны кадры. Естественно, вы сами понимаете, процесс обучения он долгий, непростой, кадры нам нужны. Высококвалифицированные. Я думаю, что тот спектр образовательных услуг, который мы на сегодняшний день принесли в Крым, мы в ближайшее время расширим и будем готовить по всем направлениям и всем специальностям, которые существуют в ведомственном высшем образовании специалистов для органов внутренних дел Крыма. Для 79 курсантов этот день исторический. Они планируют стать мужественными, порядочными людьми, патриотами, достойными гражданами своей страны, надежной опорой российского государства на южных рубежах. Это даже не новая глава, это новая книга начинается. Это все по-новому, то есть это учиться, это ужасно, очень страшно было, нервничал. Но я думаю, началась эта книга хорошо, главное дальше писать ее, продолжать в том же духе. У меня папа работал в органах внутренних дел, я решила продолжить его дело, стать на защиту законности, правопорядка. Вот. В принципе, он мне с самого детства подал этот путь, я с самого детства хотела пойти в органы внутренних дел. И вот моя мечта наконец-то осуществилась. Я очень горжусь тем, что я приняла присягу именно на верность Российской Федерации и ее народу. Как для девушек это, наверное, тяжелая служба, но когда за твоей спиной такая великая, огромная страна, то ничего не страшно. На торжестве выступили вокальные коллективы. Выпускники с российским триколором в руках показали элементы строевой подготовки. Мероприятие завершилось торжественным маршем знаменитой группы и личного состава филиала. Марина Павлова, служба новостей ИТВ.